Сегодня я расскажу вам о своих личных бьюти мастхэвах. Кожа становится увлажненной и эластичной. Ощущение настоящего спа-ухода дома. Сплошное удовольствие. Всем привет, меня зовут Нина. Это рубрика Art Life Box. Подборка самых лучших продуктов для вашего здоровья и красоты. Сегодняшний выпуск Art Life Box я хочу посвятить моей любимой теме – уходу за собой. Все мы хотим выглядеть потрясающе, иметь сияющую бархатную кожу, ухоженные волосы и подтянутое тело. На пути к такому результату очень важна регулярность, особенно в домашнем уходе за собой. Сегодня я расскажу вам о своих личных бьюти мастхэвах от Art Life, которыми пользуюсь ежедневно. Роскошная коллекция Golden Cocon создана компанией Art Life совместно с мировым экспертом в области разработки эксклюзивной косметики из Южной Кореи. Высокотехнологичная мультиактивная формула сочетает в себе серицин золотого шелка, гиалуроновую кислоту и комплекс экстрактов 5 растений. Начнем с очищения. Для этого я использую кислородную гель-пенку. Это мультифункциональный продукт, который сочетает в себе несколько эффектов. Это и очищение, и детоксикация, увлажнение, тонизирование и даже микромассаж. Благодаря ультрасовременной технологии MicroBubbles средство при нанесении образует миллион микроскопических пузырьков, которые не только очищают кожу от загрязнений, но и одновременно насыщают ее кислородом. Я равномерно наношу гель-пенку на сухую или влажную кожу лица и оставляю до появления вот такой густой пены. Оставляем примерно на 10 секунд. Если хочется эффекта микромассажа, можно оставить на минутку, потом смываю теплой водой. Мой следующий мастхэв для очищения – это коконы тутового шелкопряда. Я применяю их 1-2 раза в неделю. Это натуральное средство для глубокого очищения кожи и массажа лица. Деликатное скрабирование и насыщение кожи аминокислотами серицина дает превосходный омолаживающий эффект. Перед использованием я замачиваю коконы в воде температурой около 40 градусов на 3-5 минут. Затем беру кокон вот таким образом, надеваю на указательный палец и массирую кожу круговыми движениями по массажным линиям около 5 минут. Потом умываю лицо теплой водой. Затем я увлажняю свою кожу лица с помощью легкой шелковистой энергетической эссенции с комплексным антивозрастным действием. Она очень хорошо увлажняет кожу, улучшает энергообмен в клетках и восстанавливает эластичность кожи. У нее очень легкая текстура, она мгновенно впитывается и обладает деликатным ароматом. И, наконец, еще одно средство в моем уходе из линии Golden Cocon – это ревитализирующий крем с богатой текстурой. Он дарит коже непревзойденный комфорт и шелковое омоложение. В комплекте с кремом есть удобная лопатка для того, чтобы набирать нужное количество крема и не трогать его руками. Идем дальше. Линия Art Life Cosmetics. Среди средств этой линейки у меня тоже появились любимчики, которые всегда стоят на полке ванны. Это гиалуроновый мусс для умывания и крем для тела с коллагеном. Средство для умывания в форме воздушного нежного мусса с легким ароматом орхидеи позволяет деликатно очистить кожу лица, подарить ей ощущение легкости и свежести. Активные компоненты мусса – это гиалуроновая кислота и экстракт ромашки. В результате регулярного применения кожа становится увлажненной и эластичной. Этот мусс очень прост в применении. Мы наносим его на влажное лицо, немного массируем и смываем теплой водой. А теперь давайте уделим время также и уходу за телом. Здесь мой абсолютный фаворит – крем Art Life с коллагеном, алоэ вера и миндальным маслом. Прекрасное средство по уходу за телом, обладающее легкой текстурой, деликатным ароматом. Сочетание активных компонентов крема обеспечивает моментальное питание. Это создает защитный барьер кожи и избавляет от шелушения.
Выверенная формула обеспечивает быстрое впитывание безжирных следов, кожа становится упругой и ровной. В состав входит коллаген. Это интенсивно увлажняет кожу, повышает ее эластичность. Масла сладкого миндаля и алоэ вера, которые смягчают кожу, успокаивают и восстанавливают защитный барьер. И приятный невесомый аромат дает ощущение настоящего спа-ухода дома. Как вы знаете, наша внешняя красота напрямую зависит от здоровья всего организма, а не только от уходовых и косметических средств. Поэтому в топе моих личных must-have'ов ежедневный прием коллагена. Для себя я выбрала самый удобный вариант коллаген 7000 – уникальный питьевой напиток с повышенным содержанием гидролизата коллагена. Давайте разберемся, что такое гидролизат коллагена. Это процесс, когда коллагеновые волокна превращаются в мелкие частички, соединения аминокислот, способные растворяться в воде. Именно в такой форме коллаген имеет максимальную биодоступность, то есть очень хорошо усваивается организмом без усилий со стороны пищеварительного тракта. Но коллаген 7000 – это не только эффективная дозировка и форма коллагена, но и продуманный состав. Данный комплекс содержит гиалуроновую кислоту – это основной помощник коллагена в борьбе за продление молодости и упругости нашей кожи и подвижности суставов. Витамин Е – это необходимый нашему организму антиоксидант, который участвует в синтезе коллагена. И биотин – водорастворимый витамин группы В – важный витамин для роста и обновления клеток. Итого мы получаем 4 важных биологических соединения для здоровья и красоты. И на этом преимущества коллагена 7000 не заканчиваются, а именно форма продукта жидкая, усваивается организмом максимально полно и эффективно. Удобство приема, он в принципе готов к употреблению, суточная доза 1 флакон. Он без сахара, содержит всего 40 килокалорий. И, наконец, что немаловажно лично для меня, это отсутствие специфического вкуса, свойственного натуральному коллагену. Коллаген 7000 имеет приятный яблочно-клюквенный вкус. Ежедневный прием такого коллагена – сплошное удовольствие. Я с удовольствием поделилась с вами бьюти-мастхэвами, которые использую в своем ежедневном уходе. Расскажите и вы о своих любимых средствах Art Life в комментариях под этим видео. И, конечно же, обязательно подписывайтесь на канал Art Life Media. Там вас ждет много интересного. До встречи в новом выпуске Art Life Box. Пока-пока.